Казахстане совершенствуют систему «Дому Бала». Теперь родители смогут следить за временем, когда ребенок пришел в секцию или кружок, а также отслеживать его положение с помощью геолокации. Напомню, что информационная система программы подушевного финансирования «Дому Бала» используется для записи на бесплатные спортивные секции или творческие кружки для детей от 4 до 17 лет. Теперь в эту систему будет введена функция Face ID распознавания лиц. Программа реализуется совместно с управлениями цифровизации архива физической культуры, спорта и туризма, культуры и развития языков. Вместе с тем, получение актуальной численности по участникам кружков позволит повысить эффективность освоения государственного бюджета. Напомню, платформа «Дому Бала KZ» была запущена вместо «Артспорт», которая вызвала много критики и создавала условия для нарушений. Данная мера позволит нам, в первую очередь, конечно, обезопасить детей. То есть мы будем знать, какое время ребенок подошел в эту секцию, в каком месте было сделано данное Face ID считывание. Почему данный проект еще является актуальным? Потому что на данный момент, до этого дня, у нас вся вот эта работа шла в рамках подписания ЦП-ключей. То есть родители сами в личном кабинете подписывали те или иные кружки, то, что они ходили. Ну, конечно, данная система имеет свои плюсы, но имеет своих недостатки. Это в первую очередь, конечно, родители не всегда могут это сделать, они забывают. Есть еще проблемы с низкой цифровой грамотностью, поэтому было принято решение, которое позволит охватить вот вышеназванные преимущества.